Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала такая коробочка. Внутри находится очень мужской товар, но, возможно, будет интересен и кому-то из слабого пола. Что это за черная коробка? А это триммер. Триммер для стрижки волос в носу. Здесь на китайском написано 1,5 вольта. 2 ватта это, наверное, мощность. Ну и больше ничего такого любопытного. Вот единственное, что название сайта производителя handx.com.cn. Этот продукт выпускается под эгидой компании Xiaomi, хотя никаких надписей ни Midja, ни Xiaomi здесь нет. Вот такая инструкция. Открывается, поворачивается. В общем, промывать можно водой, очевидно. В коробочке, собственно, сам триммер. И больше ничего нет. Здесь символ батарейки. То есть работает он, очевидно, от 1,5-вольтового аккумулятора или батарейки. Под колпачком, собственно, само вот это вот рабочая, сама рабочая часть. И в нижней вот части откручивается место для установки батарейки. Попробую сейчас поставить батарейку. У меня как раз есть пара заряженных аккумуляторов. Так, один из них сюда поставим. А, нет, здесь нужен не 3А, а 2А аккумулятор. Тоже несколько штук у меня этого типа размера имеются. Так что в чем дело? Скорее всего, все же 3А сюда должен подходить. Попробую поставить 3А. Возможно, когда закручиваешь, он там фиксируется в нужном положении. Да, здесь вот плюс. В эту сторону правильно я поставил. Да, все верно. От 3А питается. Еле заметная вибрация. И работает, в общем-то, внутри ножи под защитой вот этих вот внешних металлических ограничителей. Вставляется это в нос, и, в общем-то, происходит стрижка волос. Прорезиненная вот эта часть. Вещица достаточно такая простая. Так, здесь 1,5 вольта. И указаны, что можно промывать. Видите, кран с водой. Вот такая очень простая вещь. До этого, в общем-то, на Алиэкспрессе продавались не такие брендовые, но тоже работающие триммеры для стрижки волос в носу. Но этот более такой стильный, симпатичный. Очень аккуратный.
Вот такая маленькая распаковка. Если подобная вещь для вас актуальна, то приведу ссылку внизу в описании. У данного продавца очень быстрая доставка включена, то есть стоимость его примерно $10. И доставка EMS. Очень быстрая. Пришло из Китая в Москву за 11 дней. Очень быстро. Я считаю, то, что меньше 2 недель, это все считается крайне быстро. Поставьте лайк, если понравилась эта маленькая распаковка. Если вы любите смотреть распаковки разнообразных товаров из Китая, то вот здесь подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.